Доброе утро, дорогие друзья. Сейчас сижу, монтирую видео, слышу прык-прык, прык-прык. Ворона вчерашняя поняла, что тут кормят. Вчера же я ей давала завтрак. И главное, прыгает по этому полиэтилену. В тишине это так слышно. Господа, кушать подано. Даже сама захотела есть. Кстати, у меня же арбуз. Вот я чем сейчас позавтракаю. Я вчера купила арбуз, положила в холодильник. Он уже остыл. Так, красный или нет? Умею я выбирать или не умею? Умею, умею. Прекрасный. Так, интересно. Я слышала, что если желтые прожилочки, то там нитраты. Или так-то должно быть. Семечки мелкие такие. Папа, тихо, не пугай птичек. Он говорит, к нам пришли птички, я слышу звук. Дорогие друзья, вот такой у меня сегодня завтрак. Один чику, один или одно. Вот, фрукт. Вот такой вот. Где-то у нее даже здесь, кстати, у Амы росло дерево чику. Я видела плоды. И чашечка кофе. И вороны. Когда они все съедят, как и виноград, они иногда прилетают, если вот оставишь кусочек булки здесь, забудешь, они прилетают на холодильнике, забирают свою долю. Так, а вот это интересно, не чику, может быть, это и есть дерево чику. Плоды тут такие. Посмотрите-ка. Или это гуава? Кто разбирается в индийских деревьях? Нам сегодня надо идти в Лама Бейкери загружать видео вчерашнее. Как хорошо, холодный арбуз. А ты чего не ешь? Ты меня боишься? Ладно, я уйду. Сюда сяду. А это для Саши. This is for Papa. Он уже выпил чаю и ел раск, сухарики. Поэтому вот ему такой скромный фруктовый завтрак. Welcome. Good morning, good morning. Hi, Lucy, how are you? Hi, Lucy, good morning. Good morning. Да, доброе утро всем, дорогие друзья. Сегодня солнышко. Actually, every day we have sunshine. И вообще каждый день у нас солнышко. И сегодня 25 февраля 2021 года. 25 февраля. Да что ты его считаешь? 3 дня, говорит, осталось до окончания этого дня. Этого. I bring bread. I hope I will meet cow. This year, 10 more months, then this year finish. 3 дня до окончания этого месяца и 10 месяцев до окончания этого года. Что у тебя за бухгалтерия какая-то странная? Так, собачки? Да, прошлый год был ужасный для всех. Думаю, собачки не сильно голодненькие. Нет, вы не голодные, да? А, they like meat? They like meat. No, they like, no, they don't like bread. Хлеб они не хотят. Но я хотела коровки. I wanted to give cow. You will go and you will meet cow. Он пойдет потом. У него встреча. И он встретит еще и коровку. Встреча у него с людьми. I will take. Конечно, конечно. Ты, говорит, еще позавтракай. Я, правда, фруктами позавтракала. Закажу омлет. Только, говорит, скажи, чтобы они записали тебя в книгу скидок. Вот еще одна скидка.
Аджа. Ой, батюшки, в своей юбке запуталась. Сию, давай все покажу. О, дарлинг, sit and send me from казино видео. Садись и пришли мне быстро все видео с казино, потому что я сейчас их буду монтировать. Now, just now, yes. Very important. Да, никуда не уходи. И я проверю, я вел чек. Только из-за того, что саши меня. Take one bread and butter and half omelette. No omelette. Ну вот, а меня сам толкнул. This is for cow. Take food in your... Ой, sorry. До коровки забери, пожалуйста, хлеб. Я его это прошу прислать мне видео с корабля. Что-то сегодня медленный такой интернет, никак не получается выслать. Мы так много снимали. Папа. Непкин. Я не понимаю, у меня очень быстрый интернет, очень. In my computer very quickly internet. I don't know why from your camera send so slow. Сейчас проверю. Непонятно. Вот я только сейчас сделала, все уже, побежала так быстренько. Wait, it's download, давай, загружается. Ginger, lemon, honey, чай. You want чай? I order. Он себе заказал уже чай. Ой, красота какая. Я папе чай принесли. Все, дарлинг, ага. Вот и коровки. Саша меня иногда отпускает погулять, если сидит там. Сейчас ему надо загружать. А подошел вот тот иностранец и говорит, он сидел в этом кафе, что-то ел, пил. А мне говорит, у тебя, может, есть 20 рупий для туалетной бумаги для меня? Я говорю, я вообще без денег вышла. Он, ничего нету. Говорю, ничего. Это может быть тот иностранец, который... У Саши все время что-то просит. Рама! А где Рама? Привет! Can you tell something for Russian friends? Many people knows you. They miss India, miss your cafe. Ты можешь что-нибудь сказать для русских друзей, Рама? Многие люди скучают по тебе. Помните, да, Раму? Ты говоришь по-русски? Speak Russian. Тора-тора. Only few words. Только несколько слов. Да, да. Он здесь все время работает. Это Лама Беккери, Кришна Лама Беккери. Там вот этот баба, он такой хулиган, что-то хулиганит и хулиганит без руки. Ругается с этими, да, ага, с иностранцами, задирается к ним вообще. Я прям его боюсь. Ну все, спасибо этому дому. Мне нравятся у них вот те, тут хлеб и эти булочки, потому что они такие темненькие. Пошли. Он прямо полчаса назад чуть не подрался с этим иностранцем, но тем не менее, ну, папа, ты смелый. Так продолжает с ним и болтать. Он прямо его что-то бил, потом за руку тянул куда-то. И иностранец тоже что-то с ним кричал, этот парень молодой. Ой, не поймешь, что тут у них за конфликт. I want to swim. Я хочу купаться. Иди, 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 говорит. I only swim and come back even without camera. Я говорю, я могу покупаться и вернуться даже без камеры. Только, говорит, далеко не заплывай. А когда я заплывала далеко-то? Я захожу в воду по шею и сижу как поплавок. Боже мой, Рози вернулась. Рози камбэк. Хэппи. Амма.
Рози. Сайрам, намасте, Рози. Привет. Happy to see you. Ван е, not see. Ой, девчонки, подружки собрались потрещать. Ага. Fine, always. Всегда хорошо. Рози. У Рози есть здесь и большая вот эта вот квартира двухкомнатная, тоже с кухней, с кучей кровати, с мебелью. Ее тоже можно снять, пока нет клиентов, она сама там живет. Но мы привыкли к своей маленькой этой комнатке. Ну и, конечно, наша-то верхняя дешевле. Мы ж в режиме экономии. Вот. Так что, друзья, я сейчас пойду купаться. Камеру я тут оставлю. I will swim. Ой, какое счастье. Окей, thank you, ладно. Все. Он уговорил, дарлинг мой, уговорил меня не ходить. Он говорит, давай в 4 пойдешь, я с тобой пойду, вместе покупаемся, поснимаем. Вот. А сейчас, говорит, очень жарко, сгоришь ведь, говорит. Очень свой... жарко. Очень жарко, да. Ну ладно, ладно, дорогой, я тебя послушаюсь. Действительно жарко. Мне просто хотелось окунуться. Вот, ну тогда... Вот time now. Вот time now, дарлинг. Сейчас час. В общем, до встречи, дорогие друзья, через 3 часа. Готовить неохота. Он принес картошку, хочет с горошком сделать. Я говорю, я не хочу, давай ничего не делать. Если хочешь, сделаешь себе какие-нибудь тостики с сыром и с чаем. Или вот раск свой с чаем. Вообще ничего не хочется. Потому что еще завтрак такой плотный был. Вот. Ну все. Значит, в 4 встретимся. А в 7 у нас интересная встреча с интересным человеком, с индийцем. И я надеюсь, он даст интервью. Он встречался с Салман Кханом. Вот, он был у него дома. Я думаю, он покажет, что-нибудь расскажет, покажет фоточки. Вот. А у Саши еще сильнее замах. Он говорит, я надеюсь, что он нас представит Салман Кхану и привезет к нему тоже в гости. В общем, в Мумбай. Вот. Вот такие вот у нас с ним планы. И Саша сейчас с ним встречался. В 12 у него была встреча. Они попили кофе. Саша говорит, я ему не позволила заплатить за кофе. И в ответ тот пригласил нас в Киара, по-моему, или Киара кафе, вот, ну, по дороге на стоянку машин. Вот, очень, говорит, хороший человек, очень интересный. Ну, посмотрим, если получится интервью, я вот это вставлю в это видео. Если не получится или что-то сорвется, я, наверное, тогда, значит, вот это вырежу. Вот, ну все, ладно, дорогие друзья, пошли отдыхать. У нас здесь такая занятная жизнь. То едим, то отдыхаем, то плаваем, то отдыхаем. Не сильно, конечно, устали, но от жары немножечко бывает. Так, расслабляешься, устаешь. Пошла, пошла. Ама сари, сари. Сколько сари? Шибай, шибай. Yes, yes, in Budapest. Welcome. Welcome, welcome. Какая маленькая птичка. So small bird. Папа, папа. Я сейчас... Это, по-моему, колибри. Я попробую, если она не улетит, принесу сейчас приближающую камеру. Вот она пытается яблочки или что там скушать. Прибежала, но она улетела, пока достала камеру. Вы, наверное, ничего не увидели. Наша хозяюшка привела на показ, ну, мне кажется, индианочку, девушку, женщину. Да, потому что они на хинди говорят. Ну, комната-то сдается все еще. Туристы не приезжают, иностранные, поэтому индианке она уже сдавалась. Зато белочка пришла. Сейчас попробую белочку хотя бы приблизить. Гиляри. Так. Гиляри, гиляри. Господи, ну. Белочка. Белочка. Куда-то она побежала, смотрите. Ачахая? Да, нет, пока.
Пока-пока. Давай-давай. Зато Белочка пришла. Сейчас попробую Белочку хотя бы приблизить. Гиляре. Бай-бай. Бай-бай. Это для коровочек мы приготовили. Сверху ничего нету. Сверху ничего нету. Но она все-таки пошла проверить, что там сверху. Про воду говорят сейчас. Еще одна белочка вот там. I think or Гиляре, or maybe Гекон. Так, убежал. Это был Гекон. Господи, я только камеру доставать. Да. А я даже видела, у нас в комнате Гекон бегал там по стене. I see Гекон even inside one time. Maybe 3 days ago. Гекон. Я поняла. Она ушла through other side she left. Да. А, я думаю, чего она наверх забралась и не выходит. Там же смотреть нечего. У нас же два выхода.